Так, видеообзор на наушники Apple AirPods Pro. Внешнее состояние наушника довольно хорошее. Кейс абсолютно целый. Царапины отсутствуют. Наушники также абсолютно целые. По шрифтам можно понять то, что наушники оригинальные. Ну, у него лимит на перевод. Амбушюры также у него целые. А сколько это будет? 200 так. Плюс. А, в комплекте будет, к нему идет зарядное устройство. Ну, а как ты так не собираешься? Коробка и дополнительные амбушюры. Напиши ему поводу у меня тоже. Так, а наушники подключены к айфону. Можно подключить музыку. Если что, меня пусть переведет. Я тебе завтра переведу. Да я часы чисто хочу купить. Я у них сроков выходит просто. А, так ты сходу хочешь взять? Да, что заморачиваться? Ну, тогда через лю. А, так как ты их не сможешь купить? Сейчас почему? Они находятся у меня в руке. На филиале находишься. После а, ну, они же в резерве. Есть только это. Егор. Ну, собственно, наушники работают, но проверить, послушать, к сожалению, вам не получится. Ну вот. Все, давай. Пока, на этом все. Появятся вопросы, звоните на филиал.